Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности открытия железной дороги из России в Армению через территорию Азербайджана. «Мы предложили, что транспортные проекты в регионе должны играть особую роль в долгосрочном развитии нашего региона, обеспечивая стабильность и сводя к нулю риск войны, и что все участвующие страны только выиграют от этого. Азербайджан объединяется транспортным сообщением с Нахчеванской автономной республикой и Турцией. В то же время может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в селе Гюль Абирт Лачинского района. По его словам, возможное железнодорожное сообщение между Арменией и Россией может проходить только по территории Азербайджана. Также будет налажено железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчевана. Между Ираном и Арменией будет железнодорожное сообщение. Будет железнодорожное сообщение между Турцией и Россией. То есть все страны региона получат от этого только пользу, подчеркнул Алиев. Глава государства также отметил, что в результате ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс по ней уже начались перевозки грузов между Россией и Турцией. «Посмотрите, как мы все предвидели, какую проявили волю. В то же время мы мобилизовали финансовые ресурсы и обеспечиваем эти железнодорожные связи. Это необходимо для нашей страны, потому что это повышает геополитическое значение нашей страны, повышает ее экономическую мощь. Так как мы, как надежная транзитная страна, получим от этого большие финансовые доходы, в то же время это имеет большое значение для обеспечения стабильности и мира в регионе», сказал президент Ильхам Алиев.